20 июня начала свою работу приемная комиссия Елабужского института Казанского Приволжского федерального университета. Уже за первые 15 минут первого дня желание поступить в наш вуз изъявили 5 человек. Самое первое заявление было подано на отделение татарской и сопоставительной филологии. Абитуриент приехал из Нижнекамска. Приемная комиссия расположилась в двух аудиториях. В 22-й – прием на очное отделение, и в 19-й – прием на заочное. Работают там студенты Елабужского института КФУ, прошедшие для этого собеседование и обучение. Надо отметить,